Кто-то рук не согреет, шпагой врага не достать. Тот темноту одолеет, кто будет многое знать. Год 85-й. Старт больших перемен и потрясений в нашем отечестве. И компьютерной истории страны он тоже стал в определенном смысле этапным. Весной 1985-го было принято партийно-правительственное постановление о мерах по обеспечению компьютерной грамотности учащихся средних учебных заведений и широкого внедрения электронно-вычислительной техники в учебный процесс. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Следующий этап был в командировке в Новосибирске. И в салоне прибора увидел в свободной продаже для учреждений ВУМС, вычислительно-управляющую микросистему. На базе электроника ВУМС 001. Значит, это машина была армянского производства. Вот город Ереван выпускал, еще такая же машина выпускалась в Казани. Приехал с идеей приобрести Кариону Григорьевичу Киму, заведующим отделом образования городским. Он связался с одним из своих старших товарищей депутатов городского совета, с Рабиновичем Феликсом Исаковичем. И Орион Григорьевич попросил у него 17 тысяч советских рублей. Ну, это можно было несколько автомобилей «Волга» купить в то время. Затем была такая история. По договоренности, значит, с 5-м военным городком нам предоставили возможность на их самолете вместе с ними слетать в Новосибирск. Там мы заказали такси грузовое, 4 огромных ящика, в одном из которых на 8 пружинах в обрешетке висел ящик, заполненный опилками. Внутри находилась запаянная как раз вот и микро-ЭВМ. Это первая советская микро-ЭВМ. Электроника D3-28 составляла основу вот этой системы. Ну, термопечатающее устройство было. Кроме того, там был блок сопряжения и так называемый фрязинский дисплей. По лицензии фирмы IBM выпускался в городе Фрязино в Московской области. В общем, на языке советских инструкций был написан текст руководства. Было очень сложно, никакого программного обеспечения, собственно, не было. Написали в Ереван, завод-изготовитель, нам прислали 2 экземпляра Basic Plus. И мы начали, значит, использовать и программировать на языке Basic. Ну, тогда это был первый дисплей в городе Канске, нигде микро-ЭВМ и персональных ЭВМ тогда еще в помине не было. Ну, собственно, вот и для нас с этой машиной началась деятельность. Решение внедрить новый предмет в школе было естественной, хотя и несколько запоздалой реакцией советского руководства на безумное отставание в области компьютеризации, которое стало совершенно очевидно к середине 80-х годов. Андрей Ершов, выдающийся математик и программист, еще в 1981 году делает поразительные прогнозы о будущем уровне используемости компьютеров на рабочих местах. Об их проникновении в повседневную жизнь человека, о возможностях компьютерной связи людей друг с другом в глобальном масштабе. Я вела математику, и немножечко часов у меня было информатики, когда я работала в 20-й школе. Это только-только было начало, где-то 80-е годы, у истоков начала вот этого предмета информатики. Нас собрали учителей математики, кто пожелал поехать на курсы в город Красноярск. И вышла девочка к доске, которая стала что-то писать на доске. Мы не стали спрашивать, что это такое, вы нам объясните. Оказывается, она писала алгоритмно. С чего же нам начинать вести этот предмет, информатику? Когда нам просто дали задачу, показали ее на алгоритм, как этот алгоритм из нее построить, и все. И когда я пришла на первый урок информатики, я сказала детям, что я сама ничего не знаю по этому предмету информатика, но будем изучать с вами вместе. Наступил май месяц 1985 года.
И тут мы узнаем, что оказывается, с 1 сентября вводится новый предмет, который называется информатика. И кому-то из школы обязательно нужно поехать на курсы для того, чтобы изучить, что же мы будем преподавать на этом новом предмете. Первый шок был такой. Заходит такая многочисленная делегация, в основном мужчины, и говорят: те учителя, которые по возрасту старше 45 лет, вы можете покинуть аудиторию. 1 сентября 1985 года мы пришли на урок информатики только вот с той тетрадкой, в которой были написаны лекции. Лекции по алгоритмизации, по языку, вот как сейчас помню, изучали мы на этих курсах язык PL, потому что вычислительный центр в Красноярске, в котором мы работали, именно работал на этом языке. В конце и нас отправили от города Канска в город Красноярск обучаться языку программирования Basic, составлению программ простеньких. Но первые классы у нас были такие, что мы дорожки даже стелили. Как бы так прямо торжественно у нас проходили эти уроки. Тогда, когда мы в классы специальную обувь даже обували, как на физкультуру прямо переобувались. Ну, что мы делали? Небольшие программки, рисовали там какие-то рисунки, круги, там снеговиков рисовали. Но для этого все равно был язык программирования Basic мы учили. Ну, естественно, когда мы первый раз увидели эти машины, конечно, это было все неожиданно. Наверное, может быть, и страшно. Это было очень интересно. Их увлекало, завлекало. Вот составление программ, потом увидеть, что там получилось. Решали задачи, определяли алгоритмы, составляли. Ну, увлекало, естественно. Угу. Это первая наука такая, связанная с техникой. Реальное преподавание предмета во многом зависело от желания и умений и конкретного учителя. Но только в 90-х стали появляться учебники разных авторов и с разными концепциями преподавания информатики. Тем не менее, с самых первых шагов школьной информатизации не утихают споры о том, чему же, собственно, надо научить на уроках информатики. Выдвинутый Ершовым тезис «Программирование – вторая грамотность» подразумевал преподавание информатики как фундаментальной дисциплины, обучение школьника алгоритмическому мышлению. Был БК-2010, такой бытовой компьютер. УКНС, если сравнивать, то примерно 2/3 от УКНС по величине. Он мог Basic принять, Паскаль мог принять, но загружался он с магнитофонной ленты. А вообще головная машина была такая, ДВК. Он класс загружался с головной машины. Ну что, программировали понемножку на этих ребятах. Ну, программки слабенькие, конечно, были. Там памяти было несколько десятков килобайт, что там они могли сделать. Но делали. Из кабинета не выпускали. Они: «Юрий Иванович, замкните нас, мы ночь посидим, не пикнем». До того доходило. Уходили часов в 11 вечера всегда, постоянно. В основном программирование. Но вот уже на ОКНС уже была и база данных были, и электронные таблицы, и графический редактор, и текстовый редактор. Уже машины работали. Ну, в черно-белом варианте, конечно, слабенькие машинки были. Это не Windows 95, который нам поставили уже к концу. Ну, для меня все программы как бы тоже сначала сам прорабатывал, прежде чем прийти к ребятам. Для меня все интересные были программы. Мне очень нравилась программа ArtWord, которой можно было там различные шрифты применить, даже можно было какой-то и плакат напечатать потом. Вот для них очень интересно это было. Когда директор 17-й школы, помню, пришла к нам на кружок, она посмотрела, говорит: они уже это умеют. Я говорю: да, они сейчас уже, говорю, смогут даже для преподавателей сделать какие-то карточки, можете им задания давать, они карточки сделают, все. Одна девочка пришла, говорит: Петр Данилович, ваш кружок так мне помог. А в чем он тебе помог?
Да у меня папа начальником работает, а в компьютере не понимает. Я сейчас для него все делаю. Вот настолько было им интересно. Дети сами своими руками пощупали. Очень захотелось работать именно на современном компьютере. И восстали машины из пепла ядерного огня. Их война против человечества шла десятилетия. Но последняя битва состоится не в будущем. Она произойдет в наше время. Сейчас. Кинофильм «Терминатор». На другом полюсе мнение, что школьника достаточно научить пользоваться компьютером. Безусловно. Надо научить нажимать на кнопки и пользоваться распространенными системами. Но надо помнить о том, что в компьютерном мире изменения происходят с фантастической быстротой, а характерное до последнего времени для нашего образования стремление к фундаментальности, выработка привычки к пониманию логики вещей имеют признание во всем мире. Школьный курс называют программистским. Он был нацелен на изучение алгоритмов и программ. Критики такой постановки дела считали, что программирование не нужно изучать в школе, это трудно и не всем доступно. Но давайте вспомним классику. Мало кто станет писателем, однако писать сочинения в школе учат всех. Нельзя лишать детей возможности творчества и самовыражения. Можно подумать, что различные области науки и техники вступили в соревнования, чтобы дать имя прошедшему столетию. Век радио, век авиации, автомобильная эпоха, атомный век, космическая эра. Но похоже, что соревнование выиграет претендент, включившийся в него последним. Время компьютера. Такое определение по праву можно дать к концу второго тысячелетия. Вычислительная техника – удивительное дитя научно-технического прогресса, способное изменить нашу жизнь значительно быстрее и кардинальней, чем мы можем себе представить. От желаний и умений конкретного учителя. В разных школах разные были компьютеры. У кого корветы, у кого ВК были. Пока в 94-м не появился у КНЦ у всех. Тогда проще это было сделать. В одной школе собирались и показывали. Информатизация прошла. В каждом кабинете есть компьютер, есть интернет-доска. Ну, не у всех, конечно, сейчас проекторы, но люди, кто работает, говорят, давайте мне проектор. Кто поработал, посмотрел, то есть здесь маленькое удобство идет, заменение, и намного проще работать, или показывать на пальцах, или это все наглядно. Вот даже математика моя, да, можно создать программы, вот чуть-чуть информатика помогает, да, можно создать программы и с помощью этих программ решить любую задачу. Конечно, за нас это уже многие создают, но когда ты сам подойдешь к этому, когда ты сам разложишь по полочкам эту задачку, то потом, создав программу, естественно, ты без программы сможешь решать эти задачи. Конкурсы, вот, кстати, проходили по живописи, например. Такие создавали на компьютерах картины, ну, это надо посмотреть. Ну, правда, ребята, которые делали эти картины, они в Суриковское училище потом ушли, художниками стали. Ну, это, наверное, неотъемлемая часть в настоящее время. Предмет информатика – неотъемлемая часть учебного процесса. И, наверное, ни один ученик не представляет собой себя вот без интернет каких-то технологий, которые необходимы для того, чтобы готовиться и к урокам. То есть больше как пользовательский вариант. Ну, естественно, более продвинутые дети занимаются программированием. Но это уже отдельный вопрос, наверное, и специально, наверное, дети, те, которые увлечены крайне и имеют техническую направленность. Ну, это будущее сейчас. Такие специалисты нужны. Они нужны вот у нас в крае, в том же объединении спутниковой системы в Железногорске или на радиозаводах, значит, которые в Красноярске или на Красмаше.
таких специалистов, причем независимо, какое у него образование, высшее или среднее специальное, приглашают на работу, и ну, за этим, я думаю, будущее. Так что вот, для нас перспективно. Мы очень любим информатику, страстно так, пламенно. Ночами мы не спим и думаем, как же сайт нам создать. Узнали многое о Windows'е, Basic'е, Office'е. Спасибо вам за вашу выдержку, теплоту и любовь. Подождите, помогите. Путь отправляйся смелее, двери спеши отыскать. Тот темноту одолеет, кто будет многое знать.